Привет, интернет! И в этом видео мы поговорим о 5 плюсах Австралии и о том, почему мне так нравится эта страна. Поехали! Я живу в Австралии уже продолжительное время, стал австралийцем, и думаю, мы можем поговорить о 5 плюсах жизни в Австралии. Первым плюсом является, конечно, иммиграционная политика, или визовая политика, или миграционная политика. Как вы знаете из уроков географии, Австралия находится где-то вот здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и соседи Австралии это Индия и Китай, где 1,5 миллиарда человек, Индонезия 260 миллионов человек, Бангладеш и Пакистан, где суммарно 350 миллионов человек, Малайзия 30 миллионов человек, Непал 26 миллионов человек и другие страны этого региона. И жители этих стран все, буквально все хотят в Австралию, потому что Австралия это страна первого мира, как сейчас принято говорить во всем мире, и лидер по всем рейтингам, все хотят сюда приехать и как-либо остаться, легально или нелегально. Но в Австралии хорошая миграционная визовая политика, и на территории как Соединенные Штаты Америки, то есть такая большая-большая территория, живет всего 26 миллионов человек. То есть Австралия действительно избирательная, она выбирает только лучших из лучших, и этим мне нравится эта страна. Второй плюс Австралии – это ее стиль жизни или лайфстайл. То есть в Австралии вы живете, и государство крутится вокруг вас. Человек идет в центре, и все крутится вокруг человека. Есть услуги, есть развитие транспорта, есть сервис, есть больницы, есть университеты, госпитали, школы, и все в этом духе. Вы знаете, что Австралия является лидером по всем рейтингам в мире. Это и индекс развития человеческого потенциала, и простота ведения предпринимательской деятельности, и уровень образования, уровень здравоохранения, уровень защиты окружающей среды, экологии и много-много-много других индексов, где Австралия всегда входит в топ-5 или в топ-10. То есть мне этим действительно нравится Австралия. Также мне нравится из ее стиля жизни, что австралийцы очень простые в общении и простые в быту. В Австралии вы не найдете обоев на стенах, здесь все очень сделано по-простому, и мне это тоже очень импонирует. Многие австралийцы абсолютно не переживают о том, как, допустим, одеться. Они покупают футболку и шорты за $2 и ходят в нем целый год. И всем абсолютно все равно, всем наплевать, как вы одеты, кто вы, откуда вы, на чем вы ездите, сколько вы зарабатываете. То есть в Австралии ценится более персоналити, то есть кто вы есть. И вы можете быть абсолютно фриком, поэтом, художником, бизнесменом, музыкантом, и вас будут здесь уважать. Мне очень нравится в Австралии, что у них есть ценность семьи, действительно здесь есть ценность семьи, а также в Австралии нравится, что нет понтов. То есть Австралия, она такая, как есть. Третий плюс Австралии – это ее уникальность. Природа, фауна, климат – здесь все абсолютно замечательно. Если у вас есть фотоаппарат, вы можете делать абсолютно интересные фотографии, красивые фотографии, потому что здесь все необычно, красочно, ярко, живо. Цвет неба просто зашкаливает голубизной, цвет леса зашкаливает зеленью, цвет моря зашкаливает синевой. Здесь очень-очень-очень красиво. Мне очень нравится в Австралии качество воды. Я пью воду из-под крана, потому что она здесь очень чистая и вкусная. Мне очень нравится качество воздуха в Австралии. Я долго не думал об этом признаке, об этом плюсе, но когда я вернулся из России в сентябре и вышел из аэропорта, я снова вдохнул этот свежий воздух. Ребят, это очень сложно передать, но качество воздуха здесь просто зашкаливает. И мне Австралия очень нравится, ее природной уникальности. Четвертым признаком плюса Австралии является ее безопасность. Здесь безопасно на улице, безопасно где бы вы ни были. Вы можете представить, что вы выходите куда-нибудь погулять, или выходите в клуб, в ресторан, в бар в пятницу вечером, и вы чувствуете ощущение праздника. То есть не чувствуете ощущение какого-то мордобоя, каких-то гопников, чего-либо еще. Нет, вы чувствуете ощущение праздника. Все абсолютно добрые, все приветливые и очень безопасно. Я проехал Австралию с Кенса до Аделаиды, то есть где живет подавляющее большинство населения, наверное, 90% населения Австралии или 85%. И где бы я ни находился, было везде абсолютно безопасно. Пятым плюсом Австралии являются ее продукты. Они здесь очень качественные, они здесь натуральные, они здесь очень и очень вкусные. Австралийцы действительно гордятся тем, что они производят эти продукты. Здесь примерно 3 или 4 урожая
в год овощей, фруктов. Здесь козы, коровы, овцы ходят и пасутся, и едят очень вкусную траву, поэтому очень вкусное мясо, очень свежее и все натуральное. Австралийцы действительно гордятся тем, что на каждых продуктах написано Australian made or Australian owned. То есть они действительно патриоты, и качество продуктов действительно зашкаливает. Очень все вкусно, натурально, классно, просто невероятно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то ставьте классы или лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно узнать о минусах Австралии, дайте мне знать, я запишу видео о 5 минусах Австралии. А так, до новых встреч, пока!